О спорте. В республике завершился зимний чемпионат по футболу. Борьба за лидерство была напряженной. Победитель определился только в последнем туре. За право быть лучшей командой сражались 16 клубов. Уже к середине турнира стали известны основные претенденты на чемпионство. С равными шансами. Школа номер 31, Баксанский эталон и Нурбек из Ярока вышли и на финишную прямую. Заключительную часть провели уверенно и мощно. Это были нальчане. Они практически не оставили шансов своим конкурентам. В последнем туре хозяева поля с крупным счетом обыграли «Велес» и поставили победную точку в зимнем марафоне. В этом сезоне проявил себя наш бывший игрок Тимур Битоков. После полученной травмы мы вручили ему бразды правления, то есть назначили его главным тренером. И он, потихоньку втягиваясь, показал, что перспектива тренерской работы – это, в общем-то, для него. И думаю, что он достойно может стать лучшим тренером зимнего чемпионата. Почему? Потому что команда, вне зависимости на каждый матч, какой бы состав у нас ни был, играла довольно-таки по-чемпионски. Команда 31-й школы второй год подряд добивается подобного результата. До сих пор это не удавалось ни одному клубу. При этом в ворота соперников было забито 45 мячей, в среднем по 3 за игру. Серебро и бронза достались, соответственно, эталону и Нурбеку.